Предприниматели не спешат трудоустраивать инвалидов. В Сургутском центре занятости населения накануне прошла встреча с работодателями Сургута и района, на которой обсуждали вопросы трудоустройства людей с ограниченными возможностями. По словам специалистов, по сути, руководителям предприятий сегодня даже выгодно брать таких людей на работу. Однако положение дел это почему-то не меняет. Александр Сердюков продолжит. По закону Югры о квотировании рабочих мест работодатели обязаны выделять от 2 до 4% рабочих мест инвалидам. Это минимальное количество ставок, и, по словам специалистов, это связано с тем, что люди с ограниченными возможностями по объективным причинам сегодня все-таки не способны выполнять свои служебные обязанности. В привычном понимании сегодня инвалид – это неквалифицированный специалист. По факту оказывается по-другому. В числе трудоустроенных инвалидов – львиная доля руководителей, менеджеров и юристов. То мнение, которое, видимо, где-то сложилось о том, что инвалид – это значит сразу неквалифицированный труд, это неверное мнение. И мы занимаем позицию все-таки...